5-0 должны были вести, 4-1 выиграли. Обидные голы, просто невероятно обидные. А что случилось с Дином Хендерсоном? Я вот не понимаю, вот как можно такой мяч пропускать? И давай, замыкай. Это Деклан Райс, он умеет забивать в кубках. 2-0. Это полуфинал. А это тогда что за кубок? Здесь кубок Англии мы играем. А это что за кубок? Это кубок Англии? Вот из всех возможных вариантов Кубка Англии, где нам надо дойти до финала и взять его, нам сразу попался Ливерпуль. 3 игры с Ливерпулем в месяц. Это нормально вообще игра? Где Колчестер? Где Форест Грин? Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале FIFA by Girl. И мы тут играем карьерку за Манчестер Юнайтед. Удивительно, рядом нам подогнали Ливерпуль. В месяце январе, ребята, Ливерпуль в Кубке Лиги. Кубке Англии. В самом первом раунде Кубка Англии. И в Кубке Лиги ответка. То есть, чтобы вы понимали, 3 игры с Ливерпулем, как я уже говорила в прошлом выпуске, спасибо, что не в ПЛ в этом январе у нас тоже Ливерпуль. А так бы отстрелялись 4 встречи с Ливерпулем. Хотя он нам еще может в ЛЧ попасться, если мы пройдем Севилью и т.д. и т.п. Что ж, теперь у нас в сегодняшнем выпуске 2 встречи с Ливерпулем в Кубке Лиги и в Кубке Англии. Погнали! Да, и Спортс, вы, конечно, интересные варики подгоняете. Сегодня мы играем с Тоттенхэмом, с Фулхэмом, с Ливерпулем. Надо максимально обыграть их обязательно в Кубке Лиги и в Кубке Англии. А в ответном матче Кубка Лиги в Карабао, ну, можем там уже расслабиться, если мы сейчас их 5-0 вынесем, как с Арсеналом. 5 защитников будем играть. Но до этого у нас Тоттенхэм. Здесь еще, слава богу, не Антонио Конте, а всего лишь португальский Эспириту Санто. Напомню вам, турнирную таблицу мы на первом месте, Сити на втором, но, как вы понимаете, там только по голам разница, наверное. Лестер, Эвертон, Арсенал, Ливерпуль. Тоттенхэм на 11-м, я все равно их опасаюсь. Я тут буду играть в 5 защитников, мне все равно. Переменная облачность. Ну что, Тоттенхэм Хотспур Стадиум принимает Манчестер Юнайтед, но мы посмотрим их состав. Понс. Кто такой Понс? Регильон, Дайер, Санчес, Эмерсон. Эмерсон на фланге. А может быть, он на фланге и есть, да? Да-да-да, он на фланге, наверное. Али опять в опорке. Винкс, Скип. Винкс капитанит. Бергвайн, Харри Кейн и Рафа. Ну давай, ну Понс! Понс, это очень хорошо. Мы должны этого Понса вот так вот, на раз-два щелкать. Брунито Фернандито, принеси нам пенальти. Я думаю, что может Нкунку сыграть и на фланге, ведь он в ПСЖ начинал на фланговом. Да, возможно, больше на цапнике, но я почему-то верю, что он здесь зарешает. И с Ливерпулем я бы его выпустил тоже. Аккуратно. Ребят, я же вам говорил, что он учил 5 защитников играть. Просто линию держать. Аккуратно, держим линию. И не даем ничего сделать вот этой команде. Понятно, опять провалились. Ух ты, в крестовину или куда там заряжает он. Кто это был, даже не знаю. Посмотри, какой прессинг. Мы просто не можем выйти на месте. Я еще, кстати, за вратаря играю. Я иногда доверяюсь ему, но когда успеваю, я нажимаю кнопку «Сыграть за вратаря». Пока что работает. Фух, опять Дин Хендерсон. Он уже исправляет свои ошибки. Я до сих пор не... Я... Два момента. В том выпуске, да, Дин Хендерсон нас подвел игрой своей против Эвертона, а в том сезоне Донни Ван де Бек отвратительно сыграл с Барселоной. И поэтому, ребята... Да когда вы отстанете от меня? Я думал, это мимо. Это опять Хендерсон. И поэтому, ребята, я уже два момента запомнила. И точу зубы на этих ребят. Что они делают? Они нас растерроризировали. Они нас... Наконец-то мы отбились. Блин, Тоттенхэм этот меня... Немножко... Мы, по-моему, играли уже с ним в первом круге. По-моему, играли. Опять Дин. Что-то я не могу никак убежать. Тихо.
Фух. Обалдеть. Криштиану. Нет, это не Криштиану. Вот Криштиану. Но это красная, блин, давай ему красную. Он ничего не дал Дайеру. Эрик Дайер снес Роналду. Ох. Тихо, 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 тихо. Тихо, опять. Опять 25 перекладина. Я думал, уже свои ворота. 5 угловых у них, 0 у нас. Ну давай, Манчестер. Так, Джейден. И бей. 0-1. Джейден Санчо! Кот, прости, кот проснулся аж от моих криков. Спи, спи, кот. Ребята, первый, по-моему, вообще удар. И сразу гол. И как здесь Санчо разобрался? И какой голясу? Темнокожий этот... я не помню его фамилию. Понг какой-то. Вообще их из их школы молодежной академии, что ли, пришел. Я такого даже не знаю. Бруно, давай. Блин, на месте вратарь, а? Нкунку бил. Ну, он прям не ему, конечно, пробил. Но мог бы здесь и руки салфетки включить, но не стал. Давай с углового хочу. А, не, с углового не получается. Перерыв. Фофана, вернись. Четко. Да блин, ну какой? Какой провал? Ну какой провал? 1-1, вообще все стояли. Ну так это красивая комбинация Тоттенхэма, но я не знаю, как мы так провалились. Вот тут вот Райс не успел. И смотри, пока валялся Де Лихт. Да, моментально. Они вернулись в игру. Как ты потащил? Блин, ну Бруно, ну такое надо забивать. Ну как хорош голкипер, а здесь просто, блин. Ну еще пробили опять в него. Понятно, вот эти вот... Ну, не, Райс тут не догонит в жизни никакого Бергвайна. Только сократит тут. Хорош. Решфорд, пожалуйста, ваш выход. Погба, не подведи. Давай, вместо Бруно поет Погба. Пусть Бруно отдыхает. И Марсиаль вместо Санчо устал. Джейден тоже. Пусть отдыхает, все. Вот, надеюсь, справимся. Так, а у них Винкс уходит... Не знаю, кто там у них выходит. Так, Бруно, ну... Давай. Бруно, я тебя заменила, потому что я хочу, чтобы Погба забил. Фафан пошел. Ну-ка. Да как ты тащишь-то все, а? Ну что это за вратарь у них? Бист какой-то, блин. Я думала, мы его сейчас на раз-два, ну... Я даже не знаю. Такой, наверное, потащит, да. На. Ну, то есть там удар был не самый лучший у Решфорда. Ну, понятно, мы опять 1-1 не забиваем. Понс. Понс у них. Я не знаю, что это за Понс, но он молодец. Тоттенхэм должен просто благодарить своего... Ну, это фол, нет? Своего вратаря. Ну, это фол был. Ну, ладно, они решили, что чисто было. Хорошо. Маркус, давай, убегай. А ты очень свеж. Не, ну здесь как Джейден не получится. Давай, Роналду. Не, они тут его сожрут. Вообще фол. Блин, и карточку не дают. Ну ладно, давай попробуем. Сколько? 2-4 метра. О боже! Я не понимаю, где мяч, но...
Перекладина была. Так, зоны не открываем. Так, Дин, спасибо. И вернулись, хорошо. Марсиаль, все, это гол. Это гол. Да-да-да-да-да-да-да! 1-2, Антони Марсиаль! Фу, нам еще играть, но надеюсь, что мы тут победу вырвем. 83-я минута, ребята. Какой пас от Поля Погба, вот умеет он раздавать. Я думал, он туда, он в ближку. Блин, вот я здесь, конечно, мог вратарь тоже тащить. Я не знаю, почему Марсиаль... Но он под руками прошел. Почему Марсиаль ближку прошивал? Ребята, 1-2. У нас, по-моему, ничьи еще ни разу не было в чемпионате. Ну, тут по их же мы, конечно, проиграли, на самом деле, Тоттенхэма, но мы взяли 3 очка. Какой вообще выматывающий матч. Владение было 50 на 50. Удар 13 на 9. XG 3,6. Нет, смотри, мы... Я иногда не понимаю, как они считают ожидаемые удары. Сейвы 4,6 у Манчестера. Ну, там еще были штанги. Они, не, если бы штанги считались как удары в створ. Ливер выиграл, Сити выиграл. Эвертон ничью. Джесси. Я, вы верните меня в состав. Джесси, ты вообще не в старте даже близко. Фил Джонс, к сожалению, у нас выходит, но верю. У него ноль тонус, он вообще не играл. Чуть ли не первый матч, наверное. Но Фулхэм, посмотри, уставший. Газанига, Робинсон, Муньес, Адарабьё, ТТ... А, это другой, значит, там вот это, ладно. Замбо Ангуста, Чалоба, Кебано, Керни, Нокар и Мунис. Ну, против Ливерпуля, кстати, я бы очень хотела, чтобы Нкунку тоже сыграла. Вот что-то он у меня сейчас уставший, а у меня там очень важные игры. Я даже не знаю, что делать. Ладно, там у Славки, если что, выйдет. Все, погнали, ребят. Джонатан Мосс, судья, пасмурная погода. Мы дома играем, должны тут обязаны выиграть. Ну, фол. Сразу желтая. Ну ты чё? За что? Один подкат неверный, сразу фол. Блин, я не знаю, правда. Ну я же говорила вам, что так и будет. Похлеще, чем с Тоттенхэмом игра. Ну, понятно, у нас тут состав резервный полностью. Ну-ка, давай. Один-один. Кристофер Нкунку. Защита у нас, конечно, Туанзеба и Джонс. Что мы тут хотели? Фулхэм будет им пользоваться этим моментом. Ван де Бек голевая. Там защитник еще руку успевает поднять, что-то типа там офсайд. Ну, фол же, конечно. Желтая, все правильно. Так. Давай вот так. Давай вот так и вот так. Блин, Брендон! Брендон, надо было забивать. Как же так? Газанига выручил тут. Классно раскатали, на самом деле. Очень здорово. Надо пользоваться такими шансами. Ну, Брендон, он защитник. Ну, мог и забить, мне кажется. Обалдеть. Ну, это жесть. 2-1. 1-2. Том Керни нам забивает, их капитан. Ну, это пипец, я бы даже скипнула. Сори. Да. Я, честно, даже не видела этот момент. Я нажала за него удар, потом мяч он упустил, что-то еще нажал, оказывается, сработал. 2-2, Марсиаль. И мне опять казалось, выше летит, но... В том выпуске, по-моему, тоже он выше будто бахнул, но нет, все четко. Вот тут оп, убрал. Вот тут оп, убрал. Удар. Ой, красота.
Не выключаемся из эпизода, обязательно продолжаем. Но я не знаю, что делать. Оборона наша, конечно, здесь. Блин, ну когда же мы будем пасы отдавать безошибочные, а? Ну когда такое произойдет? Тут все, тут зона открытая, блин, просто беги и... Спасибо, Фил. Давай, давай, Решфорд. Да как ты не забиваешь? Ты что, издеваешься надо мной, Маркус? Ну как ты такое не кладешь? Я не понимаю, ребят, как такое, Решфорд? Ну, и мы вряд ли здесь забьем, конечно. Ну нет, тут мимо летел. Маркус, мы тебя зачем выпустили? Чтоб ты руинил такие моменты стопроцентные. Давай Бруно вместо Нкунку. Мейсон. Понятно, ясно, все ясно, спасибо. Спасибо за такие удары, Маркус и Мейсон, просто лучшие. Забил, 3-2, Маркус Решфорд забил. С третьей попытки. Что с тобой, Маркус? У него первая попытка неудачная, вторая попытка у Гринвуда неудачная, третья уже у него удачная. У тебя все в порядке? Отлично. Марсиаль вообще очень хорошо сыграл здесь. Так, я пойду в защитную тактику. Если бы он еще так стабильно забивал. Ой, вот там один Грин, вот вижу тебя. На самом деле я хотела бить ногой, но ладно, исправились, исправились. Один мимо махнул, второй мимо, но потом... Причем из выгоднейших позиций не могли забить. Ну, Решфорд, вторая позиция была нормальная. А вот тут вот я думала, он ногой сыграет. Но как-то головой умудрился ударить и забить. Вильямс, голевая. Да, Экзонига здесь. Мне кажется, можно было брать, но окей. Блин, там Вильямс фалит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да что они кладут? Ну нет, не выдыхаем. 4-3. Ну что они кладут? Это что за удары вообще? Это Месси и Роналду у них на поле. В защитной тактике такие провалы. Это нормально? Блин, ну я не знаю, здесь надо было вытаскивать. Все, ну просто максимально осторожно играла, просто мячом владела и не отдавала им. Не, ну браво, Фулхэм. Просто, как они? Они сыграли лучше Тоттенхэма. Ну да ладно, там у нас другой сквад был, 5 защитников, но все же. Вест Хэм, Эвертон проиграл, Ливерпуль обыграл Тоттенхэм. Нам бы еще, чтобы Сити проиграл. Так, теперь, ребята, мы переходим к двум кубковым встречам. Так, отчеты подъехали. Ну, Зоммер вот этот. Ладно, пусть пока будут. Хотя у них просто хорошие суммы за них. А смотрите, ну, только на продажу. Ну, зачем нам это надо? Бестов ищу. Не могу найти. 107 сантиметров. Нет. Хороший ценник, но нет. А вот, смотри. Рено. Ну, это вратарь. Ну, подпишем. Нам бы... Мы тут любого ищем, да? Рафаэль Арей. Миллион 300 Людвиг. Ну, ладно. Ну, опять же, я ищу высоких. Людвиг, по-моему, там невысокий рост был. Нет. Ему уже 17. Из Англии никакого улова. Я так понимаю, нам руководство поставило задачу
в этом сезоне, как я потом уже поняла, найти игроков, а в следующем их заиграть. Ну вот ищем. Шоритарь покинул, у нас Този мне открылся. Бишоп покинул, прибывает Даку, Фред покинул, Ларк покинул. Алерт у нас продан, да? Фернандеш максимально развился. Ну, наверное, да. 92 апнул. Ну вот у него есть еще атакующий. Давай, 85 недель. А, так, кстати, Лэрт, он у нас продан или в аренду ушел? Не, у нас нет никакого Лэрда, он покинул вообще наш клуб. Пришел к нам Жереми Даку, ребята. Мы сейчас ему дадим план развития, а у нас Бернар на трансфере. Уж 350 тысяч. А, плюс какой-то Энзо Эбосе. Ладно, я... Ванжер. Бернардо, этого 22 года, 69 рейтинг, ну, вы сами понимаете. За 3 миллиона я вам его продам. Они согласны. 17 номер взял, ну, давай. План развития. Инвертированный, 8 недель. Давай, Жереми. Сейчас мы тут сразу в составчик тебя включим. Манчестер Сити хочет купить Роналду. Вы серьезно, Пеп Гвардиола, вы не оставляете попыток это сделать? Забудьте, Роналду в Сити нет, спасибо. А прибыль у нас 300 миллионов еще не произошла? Странно. Надеюсь, в конце сезона сделаем. Ну там, наверное, надо купить какого-то биста, чтобы футболки продавались. Полуфинал Кубка Карабао Кап. Алисон Бейкер, Тсимикас, Ван Дайк уставший, Канате, Александр Арнольд уставший, ну подуставший, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Мане, Иммобили и Салах. Пожалуйста, дождь. Грэм Скотт судит, пожалуйста, Манчестер. Давай. У них устал Ван Дейк, Александр Арнольд, Хендерсон. Джерард у них там сейчас, видели, да? Фанатская трибуна вывесила. Возглавил Астон Виллу. Свежие новости. Так, линию защиты держим. Чтобы никакой Иммобили не проскочил. Ой, тут пас у них. Ух ты! Как-то непонятно было. О боже мой, забери. А у нас же потом через два дня сразу игра. У них там Ван Дайк устанет. Может вообще он его в Кубке Англии не поставит. Маркус, давай. Беги, Маркус, беги. Беги, Маркус, беги. Нормально пробил. Бекер на месте. Блокируем. Ух ты, Дехе, браво. Ну, столько Ливерпуля, это перебор, я считаю. Блин, с углового положил. Кто это? Ну ты серьезно, Иммобили мне с углового кладет. Но он же невысокий, ну как? Ну, трое его опекало, и никто не смог мяч забрать. Ясно, понятно все. Тут гол на выезде вообще считается. Ну как он тащит этот Бекер-то, блин? Как он такой тащит? Что за сумасшедший кипер? Что за провал? Отскок. Просто отскок. Ладно. Блин, быстрее с мячом надо расставаться. И Маркус в офсайде, и с мячом полчаса расстаемся. Ну, я не знаю, но ты еще медленнее можешь пас отдавать, Маркус, блин. Я не понимаю эту игру. Чего они делают вообще? Ну, какого фига, блин? Я пас отдаю, он два часа стоит, смотрит, замахивается. Что за сейф от Дехе? Что за сейф? Это Мане бил. Ну, блин, это желтый, дайте ему желтую. Замучили меня лупить по ногам.
Ой-ой-ой, да, Ку, кстати, бил. Первое его вообще касание мяча. Люк Шоу, ты что тут делаешь? Естественно, мы не забьем, естественно. Ну я что тут делает Люк Шоу вообще? Я не знаю, ребят, Бекер это просто какой-то ужас. Почему Люк Шоу? Я правда не понимаю. Опять фол. Может, красный уже дашь им, а? Нет, выше. Ну не, ну у меня Люк Шоу бежит в нападение, поворотом бить. Я не знаю, что там он. Что он творит, зачем он это делает. Нападение просто не бежит, а Люк Шоу бежит. Только так. Так, можно отнять мяч. Санчо устал. Мейсон, пожалуйста, давай ты выйдешь. Марсиаль уставший, нет смысла выпускать. Нкунку вместо Райса. Нет, Нкунку вместо Фернандеша. Райс останется. Все. Давай, Манчестер. Давай, Манчестер. Ладно, это карточка, ерунда. Давай, я тебя прошу. Надо забить здесь. Несколько голов, чтобы дома уверенных обыграть. Ну ты еще дольше можешь, блин, стоять с этим мячом. Ну что вот они, что они тянут? Вот? Время-то идет, что они тянут, блин? Ну что, издевается надо мной эта игра, что ли? Я не пойму. А, он так вот до 90 минуты будет стоять? Ясно. Читерская игра просто. Полчаса стоял, чтобы... Дай, забери. Посмотри, вдвоем ничего не можем сделать. А, понятно, игра подрубила прессинг. Ну, ясно. Игра просто прессинг врубила. Мяч забрать – это целая проблема. Блин, ну вы достали. Дайте вы им... Вот, все правильно, Иммобили. Пока. Хоть в следующей встрече в Карабао не будет с нами играть. В сверхатаке я, ребят. Надо забить один гол. Жота там у них вышла. Они в десятером. Хорошо. Блин, просто дубасит меня сзади по ногам, и все. Не, я не могу пас отдать. Это невозможно сделать. С таким Ливерпулем пас играть. Они просто бац-бац-бац, гол. Все, 2-0. Жота. Мы из Карабао Кап вылетели, к сожалению. Понятно. Как мы там с ними будем играть в Кубке Англии? Может, они хоть немножко выдохнутся? Я уже не знаю. Не бежит никто. А Жота свежий. А у них минус один человек. Ну, я вообще не могу. Я не знаю, как пас отдавать. Как? Все читают на каждом участке поля. Ну, к сожалению, 2-0 от Карабао Кап отлетели. Ответная будет встреча попозже. Большие сомнения. Еще 0-1 что-то можно было. А два мяча против этой команды. Но у них и Мобили не будет. Это уже хорошо. Теперь они же у нас в Кубке Англии. Бернар продан в Анже. Марсиале хочет Севилья. Нет. 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 Я вам его не продам. Фернандеш, это... вы видели это вообще? Далота хочет Вильяреал, нам еще
Данжуму какого-то предлагают. А вот Фернандеша хочет Ливерпуль за 188 миллионов. Боже мой, вы чё? Откуда у вас такие деньги, во-первых? А во-вторых, вы чё? Санчо хочет Лейпциг? Германия скучает по нему? Нет. Обалдели совсем. Опять мы у них играем. Когда мы будем дома с ними играть? Опять едем в этот Ливерпуль. Все готовы? Поехали. Кто там у них? Алисон, Калашинос, Ван Дайк, Филиппе, Александр Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Оксли, Чемберлен, Мане, Жота, Салах. Понятно. Я надеюсь, у них не распространяется та карточка Иммобили на эту кубковую встречу. Ведь на ту Карабао Кап, а это Кубок Англии. Ну, здесь, надеюсь, хоть нам повезет. Проиграли прошлую им встречу. Давай сейчас выиграем. Хорошо, Мейсон. А, кстати, если будет ничья, у нас опять переигровка будет. Опять с этим Ливерпулем, поняли? Надеюсь, ничьи не будет. Этот Беккер, а? Что он творит? Он какой-то ненормальный чувак. Я знаю, что он хороший вратарь, топ. Но мы же ему забивали раньше. Пас! На Джейдена. И вешай на Мейсона. Мейсон, у тебя и лучшие удары получались раньше. Вот это подкатики. Ничего себе. Нормально. Ну это, блин, это дайте красный, им они сдолбали. Ну это Ван Дайк, да. Мы ему только желтую дадим. Это же уважаемый человек. Ух, ладно. Давид Дехе тоже демонстрирует класс, не только одному Беккеру его демонстрировать. Тут я уже видела, куда он подает, и что совершенно один, по-моему, Мане там был. Ну, очень агрессивно играют они, очень. Мане вообще не грубый игрок. Опять он. Рафаэль решил продемонстрировать свои способности бомбардирские. Пожалуйста, Джейден. Фух, один забили. Джейден Санчо сумел. Прошил Беккера. Кто им там вырезал голевую Роналду? Да. Уставшая у них тоже оборона. И Ван Дайк уставший немножко. И Александр Арнольд. Джейден. Бей. Опять он. И на добивании никого. Этот Беккер это что-то с чем-то. А, кстати, Челси играет в Сити, тоже повезло, да? Ничего себе. С тысячи метров мне бьет. Ох, на месте, Давидушка. Опять на месте. Да вы что там, угораете надо мной, что ли? Клоп, успокой своих пацанов. Я еще вас Карабао Кап намерена уничтожить. Да, я там два пропустила, но ничего. Ой, блин, глупый фол от Де Лихта. Ну-ка, Криштиану, пожалуйста.
Я не знаю, эти перекладины и эти потом неудачные удары. Даку выходит. Нет, сюда выходит Рэшфорд. Вместо Гринвуда выходит Даку. О, господи. На Кунку вместо Бруно. Маркус, давай. Да блин, ну как? Наконец-то он забил, 0-2. Ребята, в Кубке Англии у нас дела лучше, чем в Карабао Кап. Мы пока не расслабляемся, но это да, это индивидуальное мастерство Криштиану. Посмотри, вот здесь вот Деклан Райс, он развернулся и сразу ударил. Ну такое, такое не только в наши ворота забивать, мы тоже умеем. Не накрыл его вот этот Филипп, Филиппс, который вышел. Viva Ronaldo! Та-ра-та-та-та! And United stand! And United stand! Viva Ronaldo! Хорошо. Беги, Роналду, беги! И отдай на Маркус. А, на Кунку это. Ребят, ну где вы были, когда мы играли в Карабау? Где? Как? Что за игры? Одна игра так, вторая так. Та же команда против той же команды. Практически плюс-минус 1-2. Но я еще думала там на Решварда пасануть, но уже было поздно. Надо было и на пустые. Но Кунку смог. И если мы справились с Ливерпулем, и если нам не достанется никакой Сити, а все-таки будет... Блин, хватит фалить эти желтые дурацкие, ненужные приносить. А все-таки будет там какой-нибудь чемпионшип-клуб из чемпионшипа. Тогда, я надеюсь, мы кубок возьмем. Мы готовы. Но опять же, игра на игру не приходится. Ой, игра на игру не приходится, но... Я рада, что в этой стадии кубка мы проходим, а Ливерпуль отлетает в самом начале. Ну, так сложился жребий. Не дал атаку довести судья. Ребят, мы обыгрываем Ливерпуль 3-0 на выезде, на Энфилде. Это вообще как? Ну, еще дома надо также 3 забить им и не пропустить в Карабао Кап, и все. Отлично. Я очень-очень-очень рада. Ну, мы их обыграли и по ожидаемым голам. Ну, блин, как же хорош был Бейкер. И как мы умудрились ему 3 забить. Так, Сити проходит Челси. Эвертон там дальше проходит. Челси тоже отлетел. Ну, минус Челси и минус Ливерпуль. Мы на первом месте, Сити на втором. Лестер третий, Ливерпуль четвертый, Эвертон и Арсенал. Сейчас мы, наверное, узнаем, с кем сыграем в Кубке Англии на следующем. В следующей стадии. Команда года 2022 УЕФА. И посмотрите, Хакими, Маркиньес, Мбаппе. И там был Брунито, Фернандито, призовой фонд. А, вот уже, кстати, ребят, Кардифф. Ну, ладно. Кардифф так Кардифф. В следующем выпуске у нас Шеффилд, Вулвергэмптон, Кардифф, Кубок Англии. И Кубок Карабао Кап, ответка с Ливерпулем. Значит, в турнирной таблице мы... втором месте уже. А, ну Сити одна игра сыграна, они ее выиграли. Блин, Сити, Астон Вилла обыграли 2-4. Лестер, Эвертон, Ливерпуль, Арсенал, Челси. Ньюкасл, Шеффилд и Бернли внизу. Ну должны мы обыгрывать эти команды, конечно. Ну вообще хотелось бы, конечно, команды с низшей Лиги Англии в кубках, чтобы молодежь потестить, но относительно молодежь, но все же. Ладно, всем большое спасибо, надеюсь, вам понравился этот выпуск. Я жду от вас вот таких лайков, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Увидимся в следующем выпуске, где мы сыграем против Ливерпуля снова. Всем пока, салют. Ага, болейте только футболом.